Поэтому сейчас я буду что-то в парижке.
сказать, что она круче делает, а у нее осанка не меняется. Скоро это должен быть окончательный. Нашей сцены расположены цветов пальмы. Юра, мне кажется, здесь что-то Да, я знаю, я в нем ходила. Меня 7 раз одевали. Ты идешь по там? Вот это не там еще картон представляет. Да. Зато японки, у них тело должно быть полностью, и сами снимают сами. Спасибо.
Я хочу с ним Пойдемте, я с вами пойду. Сегодня говорилось на лекции, когда мы проходим чай на церемонии в Москве школы, когда гости приходят, и угощают сначала едой, потом сладостями, потом они отдыхают с собой после этого уже по-другому идут на церемонию. И тогда им дают сначала койтя. Койтя – это значит пустой чай. Пустой чай готовят в одной чаше. Много чая, то есть 5-6 и заливается все небольшое количество воды, буквально 10-15 мл. Горячий воды. Чай получается очень такая густая, цветная паста. Затем это чаша и чай получается дается 8 больше. Каждый год делается такой чай. После уже густого чая подаются более еще раз подаются сладости, сухарики, но те сладости, которые сейчас нам вынесли. И после фигаси, после сладости уже вам готовят некоторые. На самом деле это весьма малое.